Ну вот и мы опять тут. 100 лет не были, да? 100 лет. Бога, ну значит. Кстати, всем здрасте. Ну идем. Кордова, значит, сделал какое-то испытание нам, да? Я помню, что где-то вот... Наверное, это там. Было очень много этих существ маленьких. О, наш крокодильчик. Он живет около 1000 лет. Эх, не бы так. Ладно, теперь у нас есть способность. Опа, легко просто. Давай, иди сюда. Да как так? Все. Ну и что тут? Это Боглик. Поблизости должно быть гнездо. Мертвый Боглик, убитый одним из хищников. Ай-яй-яй. Скорее всего, он возвращался в свое гнездо. Не успел. Да, он не успел. А что тут? Зачем это так странно сделано? Что тут? Здесь что-то есть? Да, что-то есть. Давай так. Опа. Ну, здесь просто существа. И все. Больше ничего не вижу. Непонятно. Вообще непонятно. Но тут проклятый ящик не нужен нам. Эй, беди, смотри тут. Конечно, ты что-то нашел. Ну там ничего нет, внизу. Да? Непонятно. Ничего не понял. Давай там как-нибудь перебежим. Опа! Какой ты ловкий теперь. Ух ты! Я увидел маленькую статую. А это что? Вот тут. Интересно. Статуя прямо перед хранилищем. Думаю, место выбрали не случайно. Это намек, что тут что-то есть или нет? Эту статую разместили с видом на хранилище. Была веская причина. Воздвигнуть хранилище здесь. Но мне непонятно немного другое. Вот там много врагов, но там ничего нет. Или там ход есть. Это возможно такое? Вход в пещеру. Вот как знать? Вот там я вижу враг есть. Блин. Давай попробуем. Что? Ух ты, опять цветок. Отлично впишется в террариум. Там что-то есть или нет? Непонятно. Нет, это обман. Давай отсюда. Бежим. Обманули меня. Вот какие заразные. Там ничего нет. Вообще ничего. Не ожидал даже. Ладно, идем тогда. Да, дрянь!
хочешь проверить? Конечно, ты что-то нашел. Да, хлам. Очень интересно. О, здрасте. Привет. О, вот этот не боится. Кто следующий? Но! Ой, привет. Привет. Что, новый друг? Боглики. Это маленькие существа. Угу. Являются мастерами бегства. И способны передвигаться на пальцах ног. Это как? Это позволяет им быстро менять направление движения или прыгать. Заяц в норе? Нет. Кстати, тут есть вот этот большой, я помню. Вот это зараза. Тогда я был очень слаб, а сейчас я могу тебе... Судя по виду, воняет это существо похлеще гриба. Тьфу! Отвянь. Подсобиха! Вот и все. Ой, кто бог, кто побежден. Да, здесь хлам тут есть. Дело за тобой, приятель. Ты ну показал что тут? Класс. Эй, беди, глянь сюда. Я в тебе не сомневался. Новый материал пончо, ну как всегда. А вот это интересно. Бедного Боблика убили. Он пытался защитить свою семью. И не успел. Не успел. Или успел? А может успел? Ничего не видно. Да блин. Давай так придем. Не будем ничего разрушать. Опа. Еще немного. Да твянь. Да, я тут был уже. Не помню. А может мне в туда взглянуть? Я помню, что там наверху было что-то интересного. Я точно это помню. Там что-то было. Или тут для меня ничего нет? Блин, я не помню. Зараза! Меня ждет! Вот он, ждет меня! Постарайся туда! Не буду! Пошел вон! Ты мне не интересен! Пошел вон! Я тебя достану. Достанешь меня. Не достанешь ты меня. Я знаю, что ты где-то здесь. Да, я здесь. Пришло время расплаты. Ну давай попробуем. Сейчас прилетит. Все, ты влетит. Время умирать. Эй, беди. Он крепкий, все-таки. Боже! Кто тебя испугался? Ты еще держишься, да? Сейчас начнется! Ну,
нужен Стим, беги! Что, не нравится? Ты не домира. Боишься? Ты отстаешь. Давай сканируй этого. Или эту фигню. Хороший дроид-охотник из свобода... Что? Сброда... Опять эти охотники. Крупный серьезный соперник. Его мощные атаки пробивают даже самую прочную защиту. Уклоняйтесь. Это так, с разгона. Чтобы получить возможность ударить в спину. Ладно. Что тут? Боград из Блоксы? А? Невероятно агрессивные животные. Это исследование, да? Кордово исследовал их. Это что? Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов. Но мне немного странно, я же это уже делал. Вот открыто, могу пролезть. Эй, Цере, что ты любишь вспоминать о Кордове? Гала-шахматы. Кордова всегда был так занят, что пришлось самой себя обучать. Но на гала-шахматы время находилось. Кто побеждал? Да по-разному. Наши подходы сильно отличались. Уже празднуешь победу, и вдруг... Вы многому научили друг друга? В каком-то смысле, да. Да, это что-то новое, такого не было. А где я вообще? Ну что опять? Боже мой! Как ты достал? Ну вот. Сканируй. Ни дня без находки? Мой друг. При входе в хранилище у меня было видение, как когда-то у Зеффа. Ну и хорошо, что было. Я вот это тоже уничтожил. Оно опять появилось. Странно. Все очень странно. Ну и где я? Там я вижу два их. Мелочь, просто мелочь. Крокодильчик там. Ничего не делает он. Жаль, что допрыгнуть не могу. Блин. Ну да ладно, идем. Опа. А я опять тут. Сделал круг и все. Ну хорошо, я тут был, там что-то нашел, что-то не нашел. Давай сюда. Еще вот там место есть интересное. Ой, не так, а вот так.
Ага, вижу я вас, вижу. Давай так. А, еще один. И что тут есть вообще? Зачем я тут? Как-то браковано, но, наверное, работает. Да, работает. Опа. Нам, конечно, туда. Здесь интересная такая... Ой! Ничего себе, ребята. Дай Steam, пожалуйста. У меня Steam кончается. Блин. Давай. Двое. Да пошли вы все. Давай я просто пробегу. Вот сюда посмотрю, что тут. Сильные заразы. Ненавижу я их. Но это опять какой-то отзвук или что-то похожее, да? Нашел что-нибудь? Ну и что это за... Датчик погоды. Ух ты. О, как много. Это датчик погоды был создан мастером джедаем Эно. Он помогал ему определиться с тем, стоит ли надевать теплую одежду или нет, да? Ну ясно. Пусть оно и было не столь мощным, как на Зефо, но это вполне могло стать одной из причин, по которой Зефо решили построить хранилище на Богана. Ну окей. Вот смотрит на меня глазастый. Не смотрит. И куда мне? Мне туда надо. О, ящик есть. Давай. Бесполезный ящик возьмем. А не спит, не видит, хорошо. Давай, открывай. Не хочешь проверить? О, там было что-то интересное. Нет, конечно. Там не было ничего интересного. Я гарантирую. Тьфу вас. Что тут? А, тут я был. Да, оттуда я тоже был. Вот сюда можно что-то найти еще. Надо сюда вот. А вы куда? Убежали. Да, я помню, что-то тут было. Интересного. До тебя! Еще один ящик. Ух, красавец какой. Здорово. Не
хочешь заглянуть? Что нашел? Ага, вижу. Вот там, я помню, было много врагов. Очень много, даже сказал бы я. А где этот вход? Здесь был еще один такой. Вот там вот вижу. Надо вниз мне. Оп, спокойно. Еще немного. Ну, давай, давай. Ну, ну ты можешь. Ой, почему так много? Ничего себе. Многовато вас тут. Там что-то есть? Не вижу. А, там был этот большой такой. Неприятный. Надо еще вниз. О, ладно. Как он дышит. Очень громко. Да блин. Как мне еще вниз? Вот так вот. Здесь лифт. Точно. Этот, не, думаю, не заметил, да? Ну, допустим. Давай, открывай. Ага, ждет меня. Хочешь заглянуть? Посмотрим, что ты нашел. А ты быстрый. А здесь есть что-нибудь интересного? А где я? Это какая-то новая локация? Или старая локация, или новая локация? А где я? А я вот это все не помню. Это вода. Что-то новенькое. Заброшенная мастерская. А ящиков нет под водой? Нет. Ничего тут нет. Давай туда. О, привет. Здрасте, маленькие твари. Боглики. Смешные. Еще наверх. Давай, открывай. Справишься с этим, беги. Ух ты! Как интересно! Чёрт! Инструменты кордовые. Он ждал, что кто-нибудь за ним последует. С помощью Беди-1. Старые воспоминания. Набор для ремонта дроидов. О, ясно. Это он исследовал, да, все. Что? Что? Что, сканер? Давай, бибип. Мой друг, я тотчас же отправился на Корусант и представил свои открытия совету. Ух ты, совету? Несмотря на мою настойчивость, мы изыскания, они не приняли угрозу всерьез. Лишь один человек поверил. Моя давняя сторонница Джокаста Ну. Надо будет погуглить, что это такое. Кто она? Она доверила мне Голокрон из архива джедаев.
тайную копию ее списка детей, чувствительных к силе. Ух ты, Кордова, какой ты важный все-таки. Неожиданно. За мне ничего не нужно. Что? Бип-бип. Всегда найдешь что-то полезное. Нет, бесполезно это. Спасибо. Курган? Это обломки металла выступали в качестве курганов для дроидов, которые помогали строить исследовательскую станцию на Богана. Без их помощи почти ничего не удалось бы узнать о Зефо и их хранилище. Ага. Это не открывается. Все, идем отсюда. Еще эти охотники забавные, конечно, есть. Давай, открывай. Ну и где я? А где я? А я тут! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Как далеко я ушел. Да, я точно далеко. Ой-о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 й. Тьфу, напугали. Зараза. Ну, я, конечно, не туда хотел попасть. Я хотел... А куда я хотел? Давай. Еще одно место есть. Хочу посмотреть. Ага. Вот тут надо мне попасть как-то. Зараза, стоит он тут. Проклятый Орго-Боборго. Хуёрго. Давай, мы его обманем. Не буду я с ним сражаться. Слишком долго возиться с вами всеми. А вот и все. Пока-пока. Итак, сделаю медитацию, потому что у меня здоровье кончается. Как ни странно. О, гораздо лучше. Фу. Итак, где-то тут был еще что-то. Постой-ка, где это было? Это было наверху. Вот-вот-вот это вот. Как это поднять? Или взять? Как мне это достать? Я не помню прохода. Как туда попасть вообще? Это нехорошо, конечно. Я не помню. Проход. Как? Если туда пойду, никуда я не попаду, да? Да, здесь нет не проход. Точно нет. Что? Идем дальше, Биди. Что опять? Он опять что-то видит. Невероятно. Ух ты! Завр. Да какая разница, кто это? Там лианы, но они шли слишком...
слишком высоко. Не... Нет, не работает. Я, блин, не помню, как я это взял ее. Как я тогда попал туда? Я совсем это не помню. Ну, вообще не помню. Каким образом? Дыра есть. Дыра. Есть дыра. Там есть дыра наверху. Мне надо наверх. Мне надо наверх. Это где? Все ясно. Блин. Конечно, я забыл, как туда попасть. Постой-ка. Там тоже могу я попасть как-то? Не понял. Минуточку. Странно. Еще немного назад. Есть веревка. Да, там что-то есть. Там можно тоже как-то попасть. Да, привет. И как мне теперь обратно? Наверх надо попасть. А, забыл. Забил, что не тут. Все. Да, мне надо туда попасть. Надо вернуться. Боже мой, вернуться. Как нехорошо. Вернуться надо. Бесит. Да, очень страшно. Стой-ка. Минуточку. Да ты пошел ты. Как туда попасть? А, не знаю я. Я чувствую что-то необычное. Да, я тоже. Это звучит странно, но я думаю, что это Астриум. Чем ближе мы к хранилищу, тем сильнее это чувство. Окей. Осторожно, приятель. Мы пока не знаем, как это работает. Меня преследует очень страшный чувак. Как нехорошо, что я забыл, как туда попасть. Ну ничего, как-нибудь справлюсь. Посмотрим. Да, я тут. И мне надо туда. Опасно. Все время забываю об этом. Давай сюда. Вот туда надо. Ух ты, как высоко прыгал я.
Все. А вон тут, да? Эта дыра. Вот она. Совсем про нее забыл. Совсем. Мне надо как-то туда вот. Оп. Да, это я взял. И зачем вот это мне нужно? Вот это вот. Куда мне ее засунуть? На какую сторону вообще? Непонятно. А я правильно все сделал? Или я не так сделал? Но мне не допрыгнуть. Как это взять? Не могу придумать никак. Ну там какой-то проход вроде бы. Давай еще разочек наверх пойдем. Оно вот сюда, на этой стороне есть. Вот здесь. Где-то вот тут. Ага, ясно. Отлично. Спасибо. Сфера. Сфера с биногом. Древнее изображение бинога. Создание Зефо. Из-за важной роли биногов в искусстве Зефо Кордова предположил, что они стали определяющим фактором для размещения хранилища на Богано. Ну иди сюда. Давай ты. Будет быстрее. Открывай. Действуй, приятель. Что там, беди? Но здесь нет входа. Черт. А я думал, что здесь можно как-то... Да блин. А как выбраться отсюда? А, понял. Понял, сейчас. Опа. Ну туда не попасть никак. Ну никак не попасть. Но это совсем не здорово. Вот серьезно. Ну и как мне туда попасть? Бесит. Ну, колонка есть. Ну и что? Блин.
Неужели просто побежать и прыгнуть? Нет, не так. Не понимаю, как мне туда добраться? Каким, блин, образом? Ну там вроде бы что-то еще есть, какой-то проход или нет? Черт! Постой-ка, с тобой я могу что-нибудь сделать еще? Нет, он просто упал и все. Ну там что-то есть, я вижу. Помещение долбанное. А я не знаю как. Вот серьезно. Была бы веревка или что-то еще. Ничего нет. Ничего. Вообще ничего нет. Не могу туда попасть. Ай-яй-яй. Конечно, я что-то не вижу, как всегда. Нет, не допрыгнуть. Немного не хватает. Неужели надо было сбросить эту фигню туда? Вот туда надо было сбросить как-то. С другой стороны, вот сюда, и потом я добрался туда, да? Это все, конец, да. Здорово. Замечательно. Ну ясно. Не добраться туда никак. Ну ладно, идем. Ну она тут. Вот тут она. Она есть тут. Ну и... Жаль. Очень. Ой. Чуть не упал. Еще туда можно попасть, как... А, понял. Сейчас вижу. Отстань. Еще один проход же есть. Вот он. Иди. Боже мой, я бы упал, и мне было бы все, как каюк мне. Ничего себе. Как сложно. Почему так сложно сделано? Ой. Еще что-то. Кости. Да, но они очень старые. По ним ничего не поймешь. Старые кости.
Древние останки разумного существа. Состояние слишком плачевное, чтобы можно было узнать что-то еще. Да, очень... Это Зефа. Кости огромные. Это же Зефа. Сколько можно меня бить, зараза? Ну, божечки, ну... Да, это Зефа, вот череп. Древний могильник. Да, могильник. Место упокоения. Древнее место сохранения на скорую руку. Приспособление для неизвестной расы, не человеческой. Какой-то странный текст. Очень странный текст. Ты серьезно мне предлагаешь туда прыгнуть, да? Окей. Не упасть, не упасть! Боже мой, я выжил. Да-да, я тебя вижу. Ух, успел. Ладно, идем. Постой-ка, куда мне идти? Как мне идти? Куда идти? Нет, мне надо на VR. Еще наверх надо. Сейчас. Никого? Никого. Очень хорошо. Опа. Он здесь? Да, он здесь. Давай я тебя прикончу. Подкинь один, беги! Все! Какой-то сложный! Он меня бесит! Ну что тут? Это видом полюбоваться? О! Интересно. Ну ладно, идем. Наконец-то добрались. Долго было тут. Очень долго мы тут застряли. Давай сделаем медитацию, наконец-то. И посмотрим, что меня тут ждет. Итак, два очка. Контейнер Стима целиком восполняет индикатор силы. Говно. Мощные притяжения. Неинтересно. Что? Что это? А, ясно. А это...
Ну, может быть. Я забуду, конечно. Все, идем. Ну, вперед, беди. Астриум у нас. Используем его. Посмотрим, что там тут такое меня ждет. Ну давай, включай. А когда я успел одежду поменять? Только сейчас заметил. Вот это да. Хранилище — это огромный голокрон. Что-то с этой стеной. Но там да, зеркало, да? Да, это зеркало такое. Смутное. Непонятное. Ух ты. На меня смотрит. Здрасте. Привет, приветствую. Да, не на меня смотрит. Я оставляю архивы цивилизации тем, кто придет после нас. Даже мудрость и технические достижения не спасли нас от вымирания. Догматизм сбил нас с пути гармонии, и со временем гордыня погубила нас. Чем больше контроля мы желали, тем сильнее разрушались. Я веду остатки своего народа в неизвестность, в надежде, что мы обретем покой. Они говорят так, ну как будто их понемногу завладела темная сторона. Или начала очень влиять на них. Вот Голокрон, да, это он? Я научу их владеть силой. Мастер Кэстис. Мы начнем с физической подготовки. Что такое сила? Соберитесь вокруг. Мастер Кэстис, думаете, Империя нас найдет? Ну, пока что не знаю. Это что, сфера? Это сферы вокруг нас. Ну, тараканчик, как ты умеешь? Будущее или возможный сценарий? Что если так бы было? Это инквизитор, да? Или нет? Похож. Мерин об этом и говорила, да? Если Келл найдет их, начнет обучать Империя
начнет охотиться за ними, да? Неприятно. Рассредоточиться, их тут много. Да, сэр. Не спрячешься. Ты умрешь. Это не шутки, Кел. Остайся сейчас, и мы пощадим самых юных. Вот так, на колени. Ничего себе. Что бы было, если Кел сдался? Вот и посмотрим. Ой. Мне страшно. Что будет дальше? Мастер Кэсти, зачем? Я не хочу здесь быть. Ничего не вижу. Ой. Что тут? Это опять это зеркало, да? Что с того? Непонятно. А вот и голокрончик, давай. Ну возьми уже, боже мой, как долго. Я знал, что встречу тебя здесь. О, какая удивительная прозорливость. Я-то думала, что ты славишься упрямым упорством, из-за которого постоянно страдаешь. Тебе стоило устранить меня еще на браке. Часть плана. Я сохранила жизнь Падавану ради приза, что дарует мне благосклонность Императора. Думаешь, я позволю тебе забрать Голокрон? Конечно нет. У нас обоих есть гордость. Но твоя обрекла на смерть всех чувствительных к силе детей из списка. И тебя самого. Ты права, Трила. Я упрямый. Опять не сражаться, божечки. Давай так. Сколько страха. Блин. Все, бегаешь. Да, бегаю. Я и не такое переживала. Не попала. Блин, сильная тварь. Ну давай, давай. Мечом. Он был в аду.
Останьтесь. Мы должны держаться вместе. Нет. Я отвлеку их, а потом вернусь к вам, охраняя юнлингов Трила. Да пребудет с вами сила. Учитель, останьтесь! Трила, что с нами будет? Не бойся. Не бойся. Блин, все еще ты пацан просто, не джедай. Профукал, голокрон, вот зараза. Да не нужно мне там идти, ох ты, блин. Они повсюду. Ну ладно, идем. Там что-то есть. Мы нашли Жедая. Нужно найти брешь в защите. Давай, давай. Сражайтесь, сражайтесь. Давай, давай. Кусай его. Вижу цель. Да я угнал. Дай. Нет, не остановишь. Ух ты, один пропустил. Вот дерьмо. Мне нужна помощь. Отличный бросок, Биди. Да, отличный. Двое дебилов. Ну, давай, идите сюда. Я тебя вижу. На. Да достал уже! Все. А эти уже нету? Здесь же были эти Богдо страшные. Нет, не попасть никак. Если так, нет тоже. Ну ладно. Надо как-то вернуться, но это не будет сложно, конечно. Они как-то слабоваты для меня, я вижу. Нарушитель. Да пошел ты. Больше никому не погибать. Черт, я не могу двигаться. Почему? Невероятно. Клавиатура не работает. Вот зараза. Ничего не работает. Минуточку. Батарейка сдохла.
снова от нашвала. Сейчас все будет. Да уж, хорошо, что на таком хорошем месте, да? А я думаю, почему я не могу двигаться? Клавиатура сдохла. Да, и такое бывает. О! А как сейчас? О, работает. Очень хорошо, что работает. Давай, побежали. А он есть тут снова? Нет, нету. Ладно, куда мне? Стойка, минута, минута, минута. Оп. Не сюда. Давай, 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 не упади, не упади. Спокойно, спокойно. Все будет. Странно, что они не напали на Бога, но... Или наша сестра ночи как-то все спрятала под своей силой, магией. Церы. Я все видел. О тебе и Трилле, и через что вы обе прошли. Мне очень жаль. Я был глуп и самонадеян. Я и не представлял, что с тобой было. Голокрон у нее. Но куда она направится? Я в ответе за путь, который выбрала Трилла. Ее действия сейчас – расплата за все мои ошибки. Наши ошибки? В прошлом? Да, мы в ответе, но в наших силах все исправить. Твои слова, Цере. Ты прав. Я знаю, где искать. Есть крепость, куда ведут джедаев, а выводят инквизиторов. Ужасное место. Я сбежала оттуда. Не думала, что снова вернусь. Теперь ты не одна. Ты пойдешь с другом. Нет. Со мной пойдет джедай. Склонись. Праву совета, по воле силы, Кэл Кэстис. Встань, рыцарь-джедай. Теперь ты готов. Как и ты. Мастер джедай? Серьезно? Профукал? Голокрон не победил Трилу? И тебе сделали мастером джедаем? Да цари вообще мозги уже вытекли, наверное, за такое. Тихо. Слишком тихо. Не любишь природу, Грис? Только за стеклом. Мы с природой не ладим. Может, у меня и четыре руки, но если ты не заметил, большинству чудовищ я на один укус. Окей, давай. Ух ты! Еще один на самый край.
Но это последний. Больше нет. На. Мне нужна минута покоя. Окей, что ты? Так вы с Церы были тут несколько раз? Где мы только не были. У нас нон-стоп тур по галактике. Но она за все платит. Так что грех жаловаться. Лучше, чем годами прятаться на свалке. Не поспоришь. Я повидал немало помоек. Но та планета самая помоечная. Не верится, что кто-то... Извини. Все так. Итак, куда нам? Надо посмотреть. Ты отлично справляешься, Кэл. Ну, окей. Итак, Богана. Не взял одну эссенцию. Не знаю как даже. Ну и не важно. Мне сюда. О-о-о! Ясно. Значит, сделаю сохранение. И продолжим другой серии, потому что это будет что-то с чем-то. Давай сюда. Все. Ну что, ребятишки, ребята, и все похоже на это. Продолжим другой серии, да? Неплохая у нас команда все-таки. Ну и ладно. До скорого. Пока.